Я вхожу в ваши дома через незримые двери. Мои облики и лица бесконечны. Я шепот. Я голос. Я жду, когда придет мое время. Ведь ваше уже на исходе. Меня не поймать. Не запереть. Тихо и неотвратимо. Я проскользну сквозь пальцы и ударю. Затем у вас пересохнет в горле, ноги перестанут слушаться, а легкие охватит огонь. И вы, наконец, поймете. Я не армия. Я не человек. Я кредо.